В Дагестане на 36,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией. В 2021 году зарегистрировано 273 случая заболевания, что наполовину выше показателя 2020 года. Такие статистические данные сообщает пресс-служба Республиканского управления Роспотребнадзора. При этом, по мнению специалистов, в регионе преобладает половой путь передачи инфекции. Это больше 88% случаев. С 2017 года в республике отмечается устойчивая тенденция роста уровня заболеваемости. Для ее раннего выявления ежегодно обследуют более 700 тысяч человек.